Всем здравствуйте! Хочу рассказать о наших улучшениях, которые произошли с нами за последнее время. Итак, Анечка научилась прыгать сама, отрывает теперь ноги от пола. Раньше она этого делать не умела, только приседала. Еще у нас появилось несколько обращенных слов, такие как «кушать», «мультики», «мама», еще несколько, которые она говорит нечетко, но я ее понимаю, что она хочет. Стала называть животных и говорит, как они говорят. Еще стала ходить на горшок без напоминаний. Раньше все-таки ей приходилось напоминать, или она брала за руку, вела к меня горшку. Вот сейчас она делает все это сама. Захотела, пошла, сделала. Вот. Появилось подражание. Какого плана? Вот недавно она подсмотрела со своим братиком, как тот поет в микрофон. Она отняла этот микрофон и начала такая, на разные лады петь. Еще там на синтезаторе поигрывала, так ребенок развлекался целый вечер. Еще, например, если лежит мой телефон, она его берет, уху такая прислоняет. Вот такие вот какие-то события у нас происходят, которых раньше не было. Несколько дней назад я заметила, что она стала пережевывать пищу. Раньше она все-таки ее глотала, поэтому приходилось как-то мелко нарезать эти кусочки, чтобы она не подавилась. Вот, теперь она ее пережевывает. Стала отстаивать свои желания. Например, я говорю, это делать нельзя. Раньше бы она или просто внимания бы не обратила на это, или бы просто отошла. Нельзя. Вот, сейчас она поворачивается ко мне, топает ногой, и такая как-то возмущенно что-то, там, какие-то эмоции проявляет. Вот. Стала обуваться на улицу сама. Допустим, если хочет идти гулять, она идет и начинает ковыряться с этими ботинками. Конечно, не всегда у нее получается ходить, но, по крайней мере, она пытается. Вот. Дает порисовать ее рукой. Раньше у нас была с этим проблема. Она врывала карандаши, ломала, забивала, черкала все. Вот. Сейчас мы минут 7-10 сидим, спокойненько рисуем. Вот. Я беру разные карандашики и ее рукой разукрашиваю. Вот. Еще недавно у нас была такая проблема, связанная с поездкой на дачу. Приезжая на дачу, Аня сразу начинала рыть землю. Она делала это ногтями, копала глубоко, долго. Оторвать ее от этого процесса ее было практически невозможно. Я сидела просто в ужасе, смотря на это, и не знаю, чем ее отвлечь, потому что ребенка просто отвлечь ее было нельзя. Вот. Я рассказала об этом Давиду, попросила помочь. И вот буквально на следующий раз, когда мы поехали на дачу, Аня, как будто ее вот прям отвернула от этой затеи. Вот ребенок просто забыл, что вот есть такая вот идея копать землю. Вот, а теперь она перенесла все игрушки из дачи, хотя она раньше вообще с трудом выходила из дачи. Вот, она перенесла все игрушки в сад и спокойненько играет в саду на воздухе. Вот, я очень рада, что у нас вот такие изменения происходят. Спасибо огромное Давиду. До свидания.